Какими делами занимаюсь? Тут прекрасно. Прекрасно, что помогаем людям. Что за музыка? Музыка у нас классическая. Классическая. Сейчас мы такие чудеса делали, отливали девчонки, порчу снимали. И вообще такие чудеса происходили. Вам лучше не знать, а то будете плохо спать. Итак, гороскопы сейчас. Гадаем, как день пройдет гороскоп. Гороскоп, гороскоп, гороскоп. Поэтому пишем, естественно, гороскоп. Кто пишет, тому и того и тапки. Кто напишет, того и тапки. Да, там нас так всегда говорили раньше. Кто напишет, того и тапки. Кто рано проснется, того и тапки. Как так раньше говорили. Отливали. Ой, такие чудеса здесь сегодня были. Ой, 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 ой. Тут такая порча сильная идет. Это вообще, посмотрите, какая порча. Вот отливка какая. Посмотрите, тут столько органов затронуто. И кто это делал? Посмотрите, какая женщина, бабка я. Бабка Ёшка я ее называю. Прям вылитая, носатая. Да, к сожалению, у них все получается. С глаз, порча, все на вас. Все лежит на вас. Потом не удивляйтесь, что у вас проблемы. Конечно же, когда лично ко мне приезжают, я сразу это все у них снимаю. Моментально все уходит. Но это, понимаете же, время. Это люди должны приехать, потратить миллион денег. Ну а что делать? Все, начинаем дальше. Весы. Вот имена, какие вижу, если не увидел, пишите заново. Весы. Это мы на сегодня надеемся. Вот так смотрим красиво. Красиво солнце светит. Ярче, ярче. Ох, сегодня тебе кто-то предложит. Давай скажем, любовь. И еще сюрприз. Вот предлагают из ниоткуда. Сюрпризы будут за сюрпризами. Ну, мне кажется, ты откажешься. Близнецы. Так, это я близнецы говорил, да? Так, нет. Близнецы. Итак, если я не увидел, пишите заново. Близнецы. Сегодня соединение двух отношений, двух людей. Поэтому старайтесь сегодня максимально быть на публике. Стрелец, женщина. Справедливость. Сегодня все, что связано с справедливостью, с судами, все будет на вашей стороне. Сегодня день справедливости для вас. Весь чат напугал. Ой, слушайте, если бы вы видели, когда это все происходило, что тут протворило. Я просто не буду рассказывать, раз уже весь чат напугал. Стрельчиха, женщина, стрельчиха. Стрельчиха. Ой, ну, конечно, у стрельца всегда будут стрелы летать. Конечно, как без этого? Восьмерка жезлов. Какие-то новости, большие перемены прямко летят. Либо что-то прям к вам. Ну, будем говорить, что новость. Новость, новость, новость. С детьми, либо с семьей связано. Мы сейчас так пишем гороскопы, кто не успел. Раиса, Дева. Ой, точно. Давайте сразу для мальчиков и для девочек Дев посмотрим. Для мальчиков Дев. Разбитая любовь, разбитые отношения. Ничего не получится. А для девочек? Девы, девочки. А здесь, наоборот, колесо фортуны, колесо удачи. Прям сегодня вам все в лоб. А на дне у нас король Пентаклей. Денег вам сегодня придет много. Для дев, женщин. Так. Совет от карт. Кто просил? Смотрите. Совет от карт. Король денег, Пентакли. И вторая королева, так, тоже пентакли, четверка пентакли. То есть деньги к вам пойдут, но они говорят,
С умом их потратьте. С умом. Иначе больше не дадут. Иван. Песни. Давайте погадаем тот, кто песни хотел петь. Без нас. Песни, песни. Сила. Это потому, что у вас сила целая гора. Вот, кстати, кто у меня вчера? Долго. А у нас тут в чате появилась Яша, Лава, флаг Украины, Олег Рак. У нас в чате новый Олег, ой, Яша появился, прикиньте. Но он во втором чате, не в этом, где вы сидите. Он в другом. Давайте Яша, Олег, нет, подождите, Олег Рак. Суд, то есть справедливый суд, то есть справедливость на вашей стороне, высшие силы или Бог, Аллах, кого вы верите, будет справедлив сегодня к вам. Придет звонок, поступит звонок, либо какая-то помощь, потому что высшие силы услышали вас. Так, подписывайтесь все на канал, дальше гадаем, тогда все сбудется. Зарина. Так, кого я пропустил? Я просто еще не увидел. Мы сейчас в таком трансе были. Мы сейчас вот отливали этих бабка-ежек. Кошмар, там такие порчи. Вон, на дне колоды, видите, дьявол? О, он до сих пор здесь сидит. Сейчас будем еще чистить это все. Итак, дальше кто у нас? А, Сергей, чувствую к Елене. Вчера, короче, красавицу одну, опять она плакала, я ей дом, квартиру чистил. И она жаловалась, что он только в 4 утра всегда спать ложится. Я говорю, я сейчас тебя так усыплю. А вы знаете, я же людей сразу усыпляю. Причем в 2 часа дня будут просыпаться и говорят, ой, что-то я там мало поспала. Так, оказывается, сегодня она отзыв написала. Спала даже, говорит, как убитая, как младенец, даже не вставала, прикиньте. Но я-то не удивляюсь, я просто вам рассказываю, как у меня это работает. Легко, просто смотрю на человека, либо звоню по голосу, слушаю его и свои дела делаю. Попросил, чтобы крепкий сон был рано. Пожалуйста, пожалуйста. Итак, так, на март будет чуть-чуть попозже. Я как раз, имя будет у меня меняться, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы меня не потерять. Имя будет пока еще в секрете. Вы еще не знаете, как будет называться канал. Свадебный генерал все завершает свою традицию. Завершает своими ритуалами. Кстати, вчера был последний ритуал, посмотрите. Для того, чтобы к вам мужчина выявился в вашу жизнь. Либо женщина, как хотите. Итак, давайте кого-нибудь еще погадаем. У раков и стрельцов справедливость. У раков и стрельцов справедливость. Но это вроде бы к женщинам относится, да? Доброе утро, Ева, близнецы. Ева к нам присоединилась. Давайте, Ева. Женщина, близнецы. Туз мечей. Ох, ох, на ножах. Но тут справедливость-то все равно будет. Короче, все, что связано, долги к вам, не отдают денег или что-то такое, тут все будет связано за справедливость. Тут 2 туза. Туз пентаклей, туз денег и туз мечей. То есть максимально проявите справедливость. Если кто-то вам сегодня должен, на сегодняшний день, напишите ему, либо позвоните. И знаете, как сообщите сообщение? Вот послушайте внимательно. Ну, там, добрый день. Посвяти меня, пожалуйста, в свои планы, когда вы намерены мне вернуть мои деньги. Вот так сообщение отправьте должникам. Вы увидите, какой результат будет. Давайте повторю. Посвятите меня, пожалуйста, в свои планы, когда вы вернете мне мои деньги. Идем дальше. Анна Рыба. Все, пишите теперь быстренько. Гороскоп. Гороскоп. И женщина, мужчина, чтобы я понимал. Анна Рыба, Паш Жезлов. Ну, здесь лидерство. Здесь 100% лидерство. Здесь в вашей жизни произойдет волшебство. Посмотрите, палочка. Кстати, волшебная палочка только дается мужчине. Вспоминайте Гарри Поттер. Вспоминайте, что там еще. Дед Морозов даже просто вспомните. У них всегда есть волшебная палочка. Либо трость. И как? Жезл, да? Жезл, вот. А у женщин, к сожалению, почему они должны работать в паре? Маг и ведьма. Потому что у женщины нет такой палочки. Им знаете, что дают? Метлу, на которой летать можно.
Итак, дальше. Овен. Расимаю. Девочка Овен. Девочка Овен, смотри. Император, мужчина, будет смотреть в твою сторону. Сегодня обязательно посмотри по сторонам, ты увидишь прекрасного мужчину. Либо будет кто-то к тебе возвращаться. Сегодня сообщение получишь от интересного мужчины, немножечко постарше, чем ты. Эрик, весы. Сразу говорю, у Эрика есть проблемы. И по картам тоже я вижу. Так, кто не понял, я ясновидящий, я каждого из вас знаю, что у вас происходит. У Эрика будут проблемы, сразу говорю. Ирина Водолей, хоть рюмочку налей под дьяволом. А почему? Дьявол что-то с тобой сегодня будет играть, звезда. Твои планы будет. Смотри, у тебя три карты. Ирина Водолей. Тут все сильные карты. Это дьявол, маг и звезда. Я тебе настоятельно рекомендую обратиться к людям, которые что-то понимают в магии. Потому что карты не самые лучшие выпали. Харлан, я женщина. Итак, женщина, Харлан, близнецы, влюбленные, красота, молодость, чистота, еще одни влюбленные, прям все влюбленность, все для вас. Проблемы будут или есть? Эрик, если вы Эрик, но от вас энергия очень неправильно идет. Плохая. Карты это тоже увидели. Сейчас я другие достану карты. И дальше будет проблема. Вот обязательно, где, знаете, где нога, локоть, локоть, как нога там. На ноге не локоть, как называется, колено, вот, вот там есть проблема. Видишь, Эрик, достал гадальную колоду, я на ней только гадаю, специальную для тебя. Посмотри, какая карта. Очень большие проблемы. Вот кто, тарологи, знаете, кто в каком он чате сидит, в этом он сидит в чате. Расскажите, что это за карта. Десятка мечей. Это уже вторая колода, которая показывает такую же почти карту. Там была вроде бы семерка, да, мечей. Так, я вас каждого вижу. Но разговариваю, естественно, только за деньги. Сейчас я эфир закончу, потому что здесь опять энергия пошла не очень. Я закончу, чтобы никого не зацепило. И начну новый. Там сразу пишите гороскопы, я вам буду дальше гадать. Лучше знать, что будет, чем потом сожалеть, что ничего не предпринимал.